Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Скоро на моем канале мастер-класс подробный на ажурный шарф. Я его связала. И сейчас я редактирую мастер-класс. Его осталось совсем немножко. Скоро выпущу его на канал. И вы сможете связать вот такой длинный себе шарф. Или же можете связать себе таким же узором снуд. Я все подробно объясняю в мастер-классе, как можно связать и шарф, и снуд одним узором. Обвязка, если вы будете вязать шарф, вот такая самая простая. Вот такая красивая. Вот такой шарф у меня получился. Надеюсь, захотите связать себе такой шарф. Вот такой получился у меня большой длинный шарф. 1,70 м. Узор самый простой, легкий. Справится даже начинающие вязальщицы. Это перекрещенные столбики, два ряда и один ряд просто столбики с одним накидом. Вот такой длинный шарф. На концах у меня блестящая ниточка. Это у меня Angora Gold Simli. Потом у меня идет цвет просто Angora Gold. Это светло-розовый цвет. А вот это у меня цвет называется пудра. Вот. И на вот этом конце тоже блестящая ниточка. Вот, посмотрите. Так она блестит. Здесь, получается, в состав входит такая блестящая ниточка силиконовая. И она дает вот такой вот эффект переливания, блесток таких. Очень мне понравились эти ниточки. Они даже не колятся. И хорошо вот после стирки они себя ведут. Не растягиваются. Буду еще потом покупать такие ниточки себе и вязать что-нибудь. Из таких ниточек даже можно вязать какие-нибудь ажурные кофточки. Тепленькие будут. Вот такой у меня получился шарф. Его можно носить и осенью, и зимой, и весной. На все времена года шарф. Скоро на моем канале будут мастер-классы, которые я подготавливаю. Вот этот вот мастер-класс с лидочки домашняя крючком я практически уже весь сняла. Осталось только мне его отредактировать и выпустить на свой канал. Так что в скором времени у меня будет мастер-класс на вот эти вот следочки крючком домашней тапочки и мастер-класс на ажурный шарф. Кто ждет мои мастер-классы, скоро на моем канале такие мастер-классы появятся.